Рыбак — это отец, у него есть дочка, и ты пришел свататься к его дочке. И так как ты пришел свататься к его дочке, ты начинаешь. Лев, здравствуйте, я к вам с почестями. Извините, не знаю, как вас зовут по отчеству. Подскажите, пожалуйста, мне к вам неудобно обращаться. Я вообще очень переживаю, сжимаются в комок яйца. Как ваше отчество, дорогой? Валерьевич, да, я помашу вам отсюда рукой. Я пришел свататься к вашей дочери. И мы давно влюблены, между прочим, блин. Вы с ней на одно лицо. Мне выходить за нее за подлецо, ведь она, ну, действительно нереально красива. У нее такой же оскал, когда она злится крысиной. Между прочим, я очень хочу, да, чтобы чур вас я мог называть отцом, но вы реально с ней очень похожи, вы с ней на одно лицо. Я хочу, чтобы у нас вот эта вот генетика потом проявлялась в наших с ней общих детях, блин. И тогда я надеюсь, что ваш талант унаследует родившийся у нас первый пацан. И мы будем с ней воспитывать наших детей. И потом будем шашлыки жарить семьей всей. И я очень хочу, чтобы вы стали моим тестем. Это я вам говорю, ну реально, очень честно. Скажи мне, зачем моей дочке нужен такой парень? Шашлыки, ей нужны сказочные бали. Ты это сделать не сможешь никогда, уважаемый друг. Мне непонятно вообще, как тебе не стыдно тут. Ты всего лишь нелепейший чувачок. У нее таких, братан, целый пучок. Они всегда звонят мне на мобильный телефон. Но ты лох, понимаешь, у тебя нет флоу. Если бы ты показал, что ты мужик, а не мужчинка, продемонстрировал грамотно сосложенную читку, тогда, может быть, у тебя был бы единственный шанс. Но сейчас мне жаль. Мне жаль абсолютно всех вас, что вам, возможно, придется слушать этого малыша. Братан, иди лучше покури гашиша. Йоу, ты являешься рэп-импотентом. Братан, с тобой она не потянет даже ипотеку. Мне придется купить вам дом на своем гробу. Братан, в Сочи я тебя тогда снова позову. Братан, я тебе помогу еще точно неоднократно. Если ты покажешь, что сможешь быть тоже папой. Пока твой рэпчик не очень. Пока что ты всего лишь сыночек. А дочери должен быть мужчина. Тебе плохо все, не исключая речитатива. У нас здесь также 3 раунда по 30 секунд. Сейчас разошлись немножко, но остальные 2 раунда по 30 секунд. Окей, народ, дайте, пожалуйста, шуму в зал. Я не понял произнесенные вами строчки. Я не понял, что на Бали там сделали с вашей дочкой. Поясните мне, пожалуйста, сейчас в эту тему. Потому что для меня в этом браке это реальная проблема. Да, конечно, купите дом, ну а чё? В принципе, если вы не поняли, на то и расчет. И вообще, мне кажется, что у нашего разговора было нормальное начало. А ваш фристайл, Лев Валерьевич, теперь не качает. Не качает меня, хотя вы очень стараетесь. Как бы у вас хреново сейчас с фристайлом все. Вы вибрируете всем телом, особенно вибрируют щеки. Но меня все равно не качает что-то. Я не понимаю. Видимо, дочка пошла в мать. Ну, это честно, не дать не взять. Время кончается, но не у вашей дочки. Я ее так люблю, я бы заложил даже почку. Йоу, сынок, твой речитатив совсем не крут. Это ты ничего не возьмешь, и тебе ничего не дадут. Тебе стоит именно это учесть, молодой парень. Я не понимаю, ты что, тупой, что ли, реально? Тебе надо поумнее быть, вот закончи институт или университет, тогда ты будешь крут. Сейчас ты, типа, представляешься рэпером. Забей хотя бы закончить техникум. Ты слишком туп для моей дочки. Почему? Да потому что рэпчик не очень. У тебя нет шансов ни единого, мальчик. Придумай хотя бы, ну, пол панча. Да, именно так, парнишечка. Ты такой лошок, что не сможешь засадить даже на пол шишечки. А моей дочке мечтает парень. Shut the fuck up, скажут тебе everybody. Я должен опровергнуть эту тему. Ваша дочка любит меня из-за моего члена. Можете спросить у нее, видели у нее широкую улыбку? Потому что она очень любит на моем члене прыгать. Вы зрите сейчас так, как будто у нас в натуре есть дочь. Но если бы она была, тогда я бы, конечно, не прочь. Я бы подошел к вам и реально посватался. Я уже очень сильно в глубине души обрадовался. Вы чего-то злитесь? Посмотрите, происходит что-то. Очень странно, сейчас от надрыва треснет жопа. Лев Валерьевич реально обескуражен. Он не признает наши с его дочкой чувства даже. И вот я не понимаю, что теперь делать, я в ступоре. Все, наверное, дело в том, что нас застукали соседи, и теперь вы в курсе, а то, что я ее шпилю. Извините, пожалуйста, она кричит так, что слышно за мили. Е,
рэп. Айо, сынок, в своем предыдущем фристайле в прошлом раунде сказал, что у тебя яйца из стали. Яйца из стали, это действительно нелепо. Она любит инвалидов и поэтому конкретно из жалости с тобой время проводит. Братан, понимаешь, твое время на подходе. Чтобы пройти к тебе, это надо быть не в адеквате. Потому что лев раздает как батя. Как отец тут, как отец тут. Я хочу, чтобы кричали тут от чистого сердца. Тебе совершенствоваться необходимо. Тогда, может быть, когда-то достанется тебе девчина. Девчина, пока ты одинок, только в инстаграме ты находишь, блин, пару тёлок, ходя на румбу. Потому что они одинокие. Ты полурэпер, братан, и полупокер. Рэпак Томский. Alright, okay. Рэп фристайл. За кого отдадут свои голоса? 3, 2, 1. Рыбак.